Гад, команда трюкачей из Америки, известная не только потрясающим мастерством пускать кольца, но и своей вейп-продукцией. Последняя их железная новинка — механический мод ProMechMod, о котором мы и поговорим в этом видео. ProMech очень минималистичен. Выглядит он стильно, дерзко и монолитно. И даже немного брутально, из-за глубокой гравировки и эргономичного матово-черного покрытия. По всей длине корпуса виднеется газоотводное отверстие. Это удобно, так как аккумулятор можно устанавливать в девайс любой полярностью. Конструкция кнопки состоит всего из четырех частей. Контакта фиксатора, каркаса, волновой пружины и самого основания с многообещающим изолятором, отделанным углеродным волокном. Сам контакт имеет довольно большую площадь соприкосновения с аккумулятором. Правда, при этом собирает на себе огромное количество черных точек, вызванных электрической дугой при замыкании. Кстати, пружина тут позолоченная и принимает активное участие в цепи. В момент нажатия на кнопку она складывается, что уменьшает внутреннее сопротивление мода. По большому счету, ProMech — это мод для ленивых. Помимо того, что все резьбы покрыты родием, так еще и аккумулятор подстраивается сам за счет подпружиненного изолятора. ProMech наделен встроенным гибридным коннектором, рядом с которым можно обнаружить логотип компании и вездесущий американский флаг. Однако не все так хорошо, как кажется. Стоит лишь взять MechMod в руки, то сразу ощущается некая неполноценность. Объясняется это чересчур легким весом, ведь толщина медных стенок ничтожно мала из-за делореновой проставки. Качество резьб оставляет желать лучшего. Собирается и разбирается девайс со скрипом и туговато. Подобное качество с лихвой оправдывается производительностью. Жарит ли ProMech? Вы не поверите, но да, он жарит, черт возьми, несмотря на тонкие стенки и родивое покрытие на резьбах, которое начинает облезать спустя неделю после начала использования. Можно смело закрыть глаза на все недостатки, учитывая относительно низкую стоимость, всего около 5000 рублей. ProMech — компактное, легкое и производительное устройство, которое может стать отличным вариантом на каждый день, не требуя при этом большого внимания в уходе. Но вот ценителям добротной и эксклюзивной американской классики все-таки лучше обойти этот MechMod стороной. Дешево, практично, но особого лоска и крутости в нем нет. Мы благодарим Вигат за предоставленное устройство. Подробный обзор, как всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами в соцсетях. No, I don't worry, Paul. Yeah.